Будет ли организовано голосование на дому? Если вам удобнее проголосовать на дому, у вас есть такая возможность. Для этого позвоните в свою участковую комиссию, обсудив удобное время для голосования, или передайте вашу просьбу через родственников или волонтеров. Голосование будет проведено с соблюдением всех санитарных норм. Члены комиссии и наблюдатели оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками, а также антисептическими средствами. Бюллетень для голосования и другие необходимые материалы, маска и перчатки, одноразовая ручка будут упакованы в запечатанный пакет. Члены комиссии не заходят в жилое помещение. Голосование происходит на лестничной площадке при соблюдении санитарной дистанции. Передача всех документов будет проводиться бесконтактным способом. Покажите членам комиссии свой паспорт в развернутом виде на расстоянии. Распишитесь о получении бюллетеня, заполните его и опустите в переносной ящик для голосования. Вы проголосовали. Голосовать легко и безопасно.